Всем привет, с вами Хелпер. Сегодня я вам покажу видео, как поставить значок примерно вот в этой точке видео она будет. Это вторая часть школы ютуберов. Что ж, начнем. Нажимаете вот на эту фотку в правом верхнем углу. Потом творческая студия. Так. Потом вот слева такая панель. Нажимайте на картинку канал, на флаг канал. Фирменный стиль. Стоит старая, я ее удалю. Добавить логотип канала. Вы нажимаете добавить. У вас выслеживается такая вкладка небольшая. Выбрать файл. Ищите то фото, которое вы хотите поставить. В моем случае это вот это. Нажимаете сохранить, и у вас будет покажется, как оно здесь будет. Вы также можете использовать формат PNG. Потом вы показывать. Вы можете выбрать в конце видео в заданный момент и все время. В конце видео вы можете поставить за 5 секунд, там за 10, но я ставлю все время. И нажимаем обновить. Вот и все. На этом я буду уже заканчивать. Я сниму третью часть. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.